А может быть покрутить лотерейку, пока я не за рулем, пока меня тут возят. Правда, не знаю, в какие дебры меня еще повезут, но да ладно, сейчас это не важно. Доро-доро, дорогие друзья, всем веселого настроения, с вами Олежа Веселов. И что ж, давайте на F5 уже нашу привычную лотерейку пооткрываем. Так, посмотрим, первая выпадает, 30 тысяч очень неудачно, опять 30 тысяч кристалла, тоже неудобно. Все-таки вот хотя бы так скипать F5 несколько раз нажимать, вроде бы нормально. Итак, у нас пока 7 с лишних миллионов, ну давайте откроем, может быть, 50, там, я не знаю, так, это, наверное, пятая была или шестая, ну примерно, плюс-минус 50 покрутим и посмотрим, получится, не получится выбить машину. Если получится, то, конечно, будет классно. А если нет, то, ну, хватит мне. Я уже выбил и так одну машинку, почему бы и нет. Так, я не считаю снова, какой это билет, но... Ну и что такое? Что ж, давайте в ускорение, чтобы не тянуть время все-таки. Давайте. Что ж, это уже примерно 50-й билет, ну еще, может быть, десяточку попробуем, все-таки на всякий случай. Все-таки хотелось бы, конечно, выбить-то машину, но, увы, я думаю, это у нас уже не получается. Буквально давайте еще 5 раз, второй 80 косарей, третий 30, так, еще 80, и еще все разочек, ну и все. В принципе, я не знаю, сколько я прокрутил и потратил на это 1,5 миллиона, и, к сожалению, толку от этого не оказалось. Да, вот такие дела. Вот вечернее время решил все-таки прокрутить лотерейку, мало ли что, может быть. А на этом будем заканчивать. Прокрутил я примерно 50-60 билетов, но все это, конечно, потом подсчитается и... Конечно же, все вышло неудачно, я слил 1,5 миллиона, но да ладно, в принципе, ничего в этом страшного я не вижу. А если вы хотите посмотреть, где я открывал лотерейки и выбил BMW, то тыкайте на появившееся видео.